Я не знаю, почему все так произошло. Я ведь им говорила, чтобы по закупочной цене, а вы мне что предлагаете вообще? Это полный бред. Я ничего хуже не слышу об этой жизни. Да вы понимаете, что вы не окупите себестоимость. Я перезвоню. Опять какие-то гады уже написали, господи. Рома, Женя, вы где? Быстрее выходите, а то как суки прячетесь. Дверь! Женя, Рома, не смешно, откройте дверь! Господи. Главное не нервничать. Женя, ты здесь? Женя, что ты здесь делаешь? Сурок, блин, поганый, что тебе страшно? Я здесь сдохну сейчас! Выходи!